Привет, котятки! Я кот Кубокот. И сегодня я расскажу вам про молекулы и атомы. Для этого нам необходимо воспользоваться моим новым изобретением – кошачьим уменьшителем. Помурчали! Ого! Вот это да! Необычное зрелище, правда? Это молекулы. Крохотные частицы, из которых состоят все вещества, а из веществ формируются тела, то есть все объекты живой и неживой природы. Вот это молекулы газов, из которых состоит воздух. А вот так выглядят молекулы воды в стакане. Когда мы пьем воду, мы поглощаем миллиарды таких молекул за раз. И жидкие, и газообразные вещества могут смешиваться между собой. Это происходит из-за того, что в этих веществах расстояние между молекулами больше, чем сами молекулы. Но смешиваться могут не только жидкости и газы, но и твердые вещества. Возьмем ложку пищевой соли и стакан воды. Мы видим соль и можем ее потрогать, потому что она находится в твердом состоянии, и молекулы находятся очень близко друг к другу. А если высыпать соль в воду, то она исчезнет. Но если попробовать воду на вкус, она будет соленой. То есть соль растворилась в воде. Молекулы соли отцепились друг от друга и распространились между молекулами воды. И вся вода стала соленая. То есть соль и вода смешались. Но молекулы не самые маленькие частицы. Есть еще меньше. Их называют атомами. От греческого слова «атомос», что значит «неделимый». Вот смотрите, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. А пищевая соль состоит из атома натрия и атома хлора. Кислород, водород, натрий, хлор – это химические элементы. Их изучает наука химия. Ученые исследуют различные вещества, их состав и свойства. Все химические элементы очень сильно отличаются по свойствам друг от друга. И поэтому, когда разные атомы соединяются, получаются разнообразные вещества в разных состояниях. Сами по себе атомы не являются газами. Чтобы атому водорода стать газом, ему нужно соединиться с другим атомом водорода. А если два атома водорода соединятся с атомом кислорода, то получится вода. А если в молекуле пищевой соли заменить натрий на водород, то получится не соль, а едкая и опасная соляная кислота. А теперь, котятки, проверим вашу внимательность. Чем атомы отличаются от молекул? Атомы состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы прочнее молекул, молекулы видимы глазом. Правильный ответ – молекулы состоят из атомов. А теперь, котятки, немного поиграем. Как выглядит молекула? Так? Вот так? Так? Или вот так? И правильный ответ – молекула выглядит вот так. В данном случае это молекула воды. А теперь давайте проверим, кто тут самый догадливый. В каком состоянии вещества молекулы находятся дальше всего друг от друга? В жидком, твердом, газообразном, мягком. Правильный ответ. Дальше всего друг от друга молекулы находятся в газообразном состоянии. А теперь, котятки, проверим вашу внимательность. Как называется наука, которая изучает вещества, их состав и свойства? Атомология, веществология, химика, химия. И
правильный ответ. Наука о веществах, их составе и свойствах называется химия. Ну что, котятки, это была развлечеба. И кот Кубокот